Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Анималистичный принт – один из самых популярных и сложных трендов осени. Как же оригинально внести его в свой гардероб, заботит многих модниц. Помните, как когда-то давно считали леопардовый тигровый полной безвкусицы и чем-то вульгарным? Сейчас же ситуация в корне поменялась. Это не принт вульгарен, а неправильно подобранный крой и фасон. В осеннем гардеробе, вишенкой на торте, завершающим штрихом в вашем образе являются шарфы, шейные платки, пояса, шляпки и перчатки. Актуальные юбки с животным рисунком хорошо комбинируются с однотонным верхом, будь то гольф, рубашка или свитер. Великолепные блузы с животным принтом будут смотреться на любой фигуре в сочетании с джинсами, юбками и сарафанами. Крой, фасон и длина могут быть любыми, но леопардовая, змеиная или любая другая хищная расцветка не должна иметь глубокого декольте или слишком короткой длины. Главное не перестараться, пытаясь надеть на себя все и сразу. Животный принт любит сольное исполнение, будь то блуза или юбка, платье или жакет. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!